Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FIFA сериала за Индонезию в Sid Meier's Civilization 6. Особые условия, но об этом всем в первой серии, так что лучше переходите к ней, если вы не в курсе, что у нас тут происходит, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии. Лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые спонсоры всей серии видят сразу. Огромное им спасибо за поддержку. Собственно, как и не менее любимым зрителям. Всем вам приятного продолжения просмотра. Набилось лотоводец. У вас там веселье? Да слушай, через пару ходов знаешь, как весело сейчас будет? Я аж чую этот запах. Причем, мне кажется, получу я. Они меня поняли. Вот сейчас узнаю. Сколько можно мне это ломать все? А, подожди, оно уже было... Не, опять вот развелось. А, это паводки произошли, блин. Блин, надеюсь, это вы не обо мне. Знаешь, все возможно. Потому что я не такой. Ты не такая. Блин, прямо в душу. Май лайф, удали метки. Просто удали метки. Ну, удали свои метки. Быстро. Так, где у него правительственное? Так бы брат сразу сказал. А то загадил тут. Блин. Упор не вижу. А, вот тут. Ну, я тогда попробовал бы сюда прямо и кинуть. Капец, я там поцарапал. А, давай ты не будешь лезть на материк. Не. Гал, иди отсюда, не твой материк. Я понимаю, что вы нас уже попилили, но давайте это совместимей. Блин, серьезно, взяли Галу, отдали все ГГшки, чтобы он забрал мясо, чтобы самим забрать. Кто кого попилил? Братья. А вас не смущает, что у Тинечку все равно больше? У него больше городов? Нет, у меня больше очков. А, он все чудеса построил, получается?
Блин, а Денис там Си чудеса строит, конечно, у него там дофига очков. Я думаю, что у него тут стоит. Куда смотреть? Очень плохо. А я говорил об этом, кстати. Я понимаю, что ты... Ты видел, да? Или тебя нужно навести? Чуть-чуть выше, ты правее. Выше треть. Да, Б3, Б4. Понятно, когда мы проиграли мод. Точнее, то, что проиграли мод. Ну, блин, сотенья, которая венецианку, мы прямо проиграем в море, учитывая, что еще и морские нации. С обоими в дружбе. Ну, я не знаю, как это создать их правильно. Если вы все делаете вместе. Клане вместе. Я им вообще не помогал. В плане того, что типа, они сейчас нас заберут. Леша, стелка. Типа, вместе запилят. Все. Кидай ниже моей подлодки, ты поверишь. Блин, а почему я эту карточку не поставил, ну, в демократии? Подожди, или она сама по себе должна работать? А, она сама по себе работает, фу ты. Это не карточка. Ядерку кинули просто города запороть или какой-то смысл был? А это не смысл, типа запороть города, чтобы тебе не работало правительственное? О, вот эта подсказочка была хорошая сейчас. Майлайф, ты можешь еще сделать один нацпарк вот в этом месте. Да, пофиг вообще уже. Предложение, Гал. У меня сейчас все города с воды задобомбить и все. Спасибо. Не. Ну вот. Ну, между прочим, он прав. Но еще квартал дипломатический.
Так мало ядерок у меня еще никогда не было. Так мало или так много? Так мало. Просто промки нет. Не знаю, у меня уже их настолько много, что деньги в минус идут. Да, та же фигня. Даже карточка не особо помогает. Вы видите, почему вы их держите тогда? Ну, как может, бы... Может, он сбегал под соседством? Кидать во француза все не очень правильно. Ну, Атини есть. Он в меня кидает, ты во француза. Я в Атини кидать? Нет, ты во француза, Атини в меня. И еще часть в Гала. Видишь, как вот... Хорошо, зачем вас кидать? Вот зачем Атини в тебя кидать ядерки? Чтобы не держать, не терять минус. Ты не так работаешь. О, Гал, вот Шенгети нет. Ну а что ты можешь сейчас мне сделать? Я просто, я да, вот прям 100% вот ты дружбу а заканчиваешь, просто кидаю а сразу. Как будто ты так бы не 100% меня кидал. Нет. Ну, зачем брать? Чё испортил? Так, а в смысле, а зачем мне вот мне в тебя кидать, если вы спорите с этим? Ну вот, меня этим назвали. Сатинью. То есть мне в первую очередь себя кидать, да, ядерки? У меня два человека рядом. Ну, короче, я тебе прямо говорю, берешь Шенгети, там даже общаться я не буду. Надо было добавить пес. Пес. Это было уже сильно. Уголь появился. Один. Понял. Так, танчик надо купить. Чуть-чуть железной дороги. Так, а где моя прокачанная рта? Она где-то была, и ее не стало. Что-то как-то не хватает деда. Почему? Который говорит, любит говорить о дипломатии. А чё, наверное, под лейт непрактично армии именно строить? Ведь города же все равно, типа, будут забираться в один ход, так получается? Получается так. Культур. Там 50 очков дают. В культурке? Нет, в культурке я лидер, и там далеко не последний проект еще. А там не надо все открывать, чтобы последний проект считать.
Ну, чтобы открыть императив исхода, надо много чего изучить, нет? Либо я глупый. Не вижу, как это нужно, но обычно там хватает, не открывая все тихие. Нет, он это не делает, в общем, я так говорю. Он как-то лутает это по-другому. Пес. Сам пес, пес. Кто такой Жуков? Видишь, тебе я даже не подсказываю. Если ты будешь сейчас продолжать в том же темпе, то остается 65 ходов, а у тебя так не получится. Ты забыл одно слово. Культура, ты чего, брат? Пес. Ну, какой пес? Это мой союзник. Истинный пес. Это мой желжик.
Почему вроде бы я сильный, но мне страшно? Потому что ты тоже тут ничего не сделаешь. Ты не бойся. Сейчас стало еще страшнее. Кстати, а на тебя Инк напал или ты на Инк напал в итоге? Да он на него напал. Я его убил, да. Очевидно, что он его должен был убивать. Подожди, а как разве Инк проиграл? Очевидно, что они должны были убивать Бат. Что с Инком случилось? Ну вот. Релик. А? Что случилось с Инком? Почему он проиграл? Он очень плохо дерется. Он слабее был намного. Во-первых, он типа очень сильно помогал союзнику. Но я не знаю, как он там ему помогал, но в конечном итоге, ну, типа. Ну, он привел войска на территорию Венгра, ничего не сделал, повел обратно. Вот в чем заключалась его помощь. Ну что, брат, сыграем на последних моментах жизни. Блин, а если бы я принял просьбу о военной помощи? Типа сразу можно было бы кинуть ядерки? Хз. Кстати, да. Блин. Блин, кстати, эти же были. Так все принято. Не, там было против тебя. А, подожди, да, военная помощь. Но это он сам влился. Видишь, мы не голосовали. О, я практикую. Я еще с ЗРК так плохо управляюсь. Шахматы не играл. Я, кстати, за Майя люблю и поигрывать. А, развлекательный. Блин, вот инженер, который работает только в развлекательном комплексе. Типа, аквапарки нахер, это не развлекательный. Именно тебе надо вот развлекательный, господи. А Тини, убери инженера с правительственной площади. Ой, блин, синяки, так прикольно. Мои караваны идут мимо, я вижу все твои подводные лодки. Это такая жизнь. Брат, отпусти. Так это не все. Ну, понятное дело. Понятное дело, что этих там триллион. Где-то еще 800 военки. Наверное, половина из них подводные. Я у тебя еще вижу проекты просто, которые делаются везде. Интересно, да? Атомная подводная лодка, атомная подводная лодка. На дип видимости забрал? Я. Yeah. Ну, почему тебе видно? Да, брат.
вообще всех видно, всех, что делают. Меня не видно. Понятное дело, ваши шпионы не сидят. Ты такой не видел? Ну, точнее, всю территорию. Почему не увидел? Потому что у меня тоже плюс один. От чего? Просто плюс один. От того, что я так узнаю. Уникальность нации, да, угадаю. Майлз, почему ты его реактивную степень не избиваешь? Ну, у него там возле Кахоки летает. Значит, авианосец. Ну вот. Спалился. Ты пусть летает еще раз. Улетаю от вас. Подожди, хватит. Я не могу ты без тебя. Делай, пожалуйста, не надо так близко. Что просто такое ощущение, что сопли в ухо летят. Я все думаю о нас. Так, у меня только один вопрос. Next-ходом мы как-то подсчет будем? А то... Да как хочешь. Готов впитывать 24 на 7. То есть союзники, без разницы, да? Мне без разницы. Тоби пизда. Я тут смотрю, а Тини там такая лють. Тини, пощади. Пощади. Встал на границу, он кышит. А Тини. Ой. Давай жить дружно. А, это давай, это, кто который... первый пустит ядерку, тот проиграл. Подожди, это не... Ну, я готов жить дружно, если хочешь. Но я топачком выигрываю. А, это ты предлагаешь пойти захватить этих молодых озорных? А Тиню, подвинь около Джамби инженера. Сейчас дорогу дострою. Блин, честно сказать, реально не знаю, что делать. В такой ситуации первый раз нахожусь. Помни, ты сегодня с ними сыграл. Да чё я с ними сыграл? А завтра тебе играть со мной. Что я чувствую сейчас? Хотя нет, ты везде железные дороги провел? Ну да, у нас караваны по земле ходят, если что. Причем у союзника больше, чем у самого себя. Ребят, а если, допустим, ну чисто так, теоретически, современный танк проатакует мобильный ЗРК, ЗРК погибнет? Либо у него там... Ну да. А чё? Успел. Артефакт. Ну, опнуть. Индонезия выражает просто обеспокоенность, что галлы вторглись в Шенгете и этого маленького государства там пытались гибридной войной к себе присоединить. К сожалению, переговоры зашли в тупик.
Нет, брат, это они, походу, все-таки тебя будут толпой финать. Вот. Так, где у нас фашизм? Летит. Куда? Не знаю, что там мать не делает. Я только слышу захват городов. Блин, я только самолеты вижу. О, пролетело. Прям в столицу. А я каждую секунду захват городов пустит. Улетай. Так, там что-то происходит, пока не буду смотреть, просто страшно. Так. Третья альтернатива. Где у нас еще Ксилия? 4. У меня, что ли? Туда я кинул ядер. Куда? Почему все умерло? Там же везде зерка стояли. А, блин, а можно мне как-то похэ? Может мы таймер уберем у этого хода? Подожди, ты еще не видишь это, что там произошло? Ну я вижу, что Джакарда, Бадунг сбит. Я просто походить не могу, мне все кидают, я ничего не могу сделать. Да, брат, сыграем. Да, ЗРК, конечно, не помогли. Да, у тебя тут сбивают, слушай. А ну что, может быть, ты гений? Блин, может, я просто реально что-то не знаю из механики? Фашизм. Дура, кортер, собираю. А, я не под фашизмом. Ну, да. Я не под фашизмом, если что. Прошло полтаймера, я вообще все еще сижу, ничего не делаю. Ты там забей. Причем, знаете, у меня. Я например, походил роботом, и у меня типа игра. Короче, очень интересный глюк. Типа робот уже там, но визуально он еще на месте остался. Ты мне под лодный лодку нашел, брат, капец, ты задор. Ну, My Life, может, ты реально уберешь таймер? Или вы там ходите? Нет, мы не ходим. Точнее, у меня даже не лагает, не знаю, что там. Потому что мы не видим. Да, хвоста я. Че с лицом у робота? Да ты жесткий, забей. А я его добить мог. Jesus Christ, господи, да дайте походить. Дай походить, Олег. Ну я только 7 пустил, кажется. Я что? Ну кстати, мои ЗРК почему-то вообще не сработали. Я, блин, хренею, то есть тут у меня города захватывают, уничтожают, я походить не могу. Кайф. Ты разве не кино смотришь? Я там дороги чиню. Что для союзника? Ладно, я бы, конечно, сказал, что мы были не готовы к этому, но наша империя подразумевала, что... Да вы прикалываетесь. Блин, интересно. Теперь мне кажется, у Вьетнама с Францией шанс появился. Какой шанс? Ну, конечно. Ну, как бы... Мы тут аннигилировали друг дружку практически. Ну что, Франция... Все, вы закончили? Можно я ходить мне? Строй космопорты, будем летать. Ой, брат. Правда, у меня все основные города охуенули, но... Уже строю, брат. Хотя я тоже строю 10 ходов. Ты
Да блин, я только хотел, ну дайте походить, ё-моё! Ладно, о, сбито. Три минуты не буду ничего делать. Finally. Yeah. Хоть что-то пролетело. Я не знаю, у меня все в радиоактивном пепле. Катиня, а у тебя минус по деньгам? Плюс 120. О, дай денег, пожалуйста. Ща. Минус 440. А, ну слушай, тут такой... Кинул сделку. Тут такой клочок острова, рай прямо на земле, можно сказать. А почему у меня просто шведские ресурсы, а сам не даю? Блин, почему тебя все сбивает, он мне ничего не дает. Как это работает? Возвращаемся в 3D. Ооо, кайф. Зеленые. Так. Ооо, прям в центр. Спасибо, а, тебе, что я сидел. Ну вот зачем? Да прилетел. Да, да, мы его да, угадаю. Когда спусковой шахты запускаешь, тогда типа этот, там меньше мощь, и она больше шанс, что собьется, это так работает? Ну типа да. А-а-а, кто же знал, кто же знал. Тебе вроде говорили. Ну, может и говорили, но я подзабыл. Прослушал, наверное. Нет, я только начал ходить, блин. Да ничего не полетело, слушай. Слушай, могу докатиться, что ли? Сколько сейчас очков потерял? 500? Больше? Современный танк. А ты чисто видел как-то? Слушайте, а военные инженеры чистят загрязнения, нет? Вроде чистят. Хрен его знает. Даже легионеры чистят. Ну, точно чистят. Чистую ложку, да? Из мемчика. Охренеть, конечно, у меня тут. Так, мне что-то захотелось заключить мир резко с Францией и Вьетнамом. Да у меня с тобой ничего нет, наверное. Да я проиграл. Вы меня основное-то убили. Сейчас обьёте. Вот это же какая дипломатия моя. Лучшая дипломатия ever. Ничего не сделал, уже мир. Город золотой. Блин, я не понимаю, что ты... Уходи своим танком. Уходи! Дверь закрой! И забудь... Ответка, Дима. А ты с ними сейчас заключишь мир, а они со мной нет. И будут меня душить. Не, ну... Дима, ты заключишь мир с этим? Хотя я не знаю... Ну, у меня тут просто... Мне тут Гал как бы еще и города поубивал. Так, подождите, а какой мир? Ты же говорил, никакого мира после эпохи Атома. Мы про дружбу говорим, а не про мир. Мы ж в войне постоянно с Францией и Вьетнамом сколько лет. Сколько лет? Сколько зим с вами? Так, рабочих надо. Другого мы захватить не можем. Ну ладно, next time я сыграю по-другому. Ща как француз рокерами наиграет. Все 150 веры. Все. Так, воздушный шар можно удалить? Или он не жрет деньги? Да, там, по-моему, копейки жрет. Но это не точно. У меня минус 380, я не знаю, что с этим делать. Ты РСЗО залогал. Ой, я могу робота за два хода доделать. Да тут, ну, я, ну точно не я, потому что я сидел полхода просто...
А тени половина империи мне снес. Финигея, мы там с своим другом заключили. А почему ты мне 5 редких даешь, а тебе 8? У меня других не растет. Нормальная математика, тебе все равно не с кем меняться. Я пользуюсь монополией. Нет. Ой, монополия отказывает. Че, таймер вернем? Да. Я походил. Да не, можем сейчас убрать таймер. Там же сейчас опять полетит. Ну, я тоже походил. Блин, Малаш, ну почисти свою территорию. Я умираю тут. А ты не умирай. Да там караваны, просто мрут как мухи. 6 ходов. Не, ну это люди, это прикольно. Ну, мое впечатление о тени. Я не знаю, как ты там клацал, но, наверное, как этот, как человек, вот ты там с потом на лице. Тебе ППшку не сломали, да? Сломали. Хотя там все было окружено ФСЭшками. Но не помогло. Господи, да что ты в меня кидаешь-то все? Хоть в Атинию что-нибудь пробей ему. Ты посмотри, все, что ты снес, я пробил. Взял, поуничтожал мне города все. Брат, вот это наш золотой век наступил. Это ваш шанс, братья. Камбэк. Будем пользоваться. Камбэк из Риэл. Риэл из бэк. Трындец тут, короче. Я поэтому не хотел на самом деле с Галом воевать, потому что именно в меня в первую очередь. Ему дальше до Финикии все это кидать. Ну, во-первых, без фашизма, а во-вторых, спусковый шаг. Это огромная, походу, ошибка. Я не сдёк. Я себе культуру покушаю, видишь? Вижу. А помните такую вырезку, там что-то там? И началась война против человечества из-за этого. И умерли они в радиоактивном пепле. Терминатор. Да. У нас сейчас один в один. Не знаю, у вас очков почти то же самое осталось, и по армии вы там особо не просели. Да, не просели, брат, сейчас оно пересчитает. Как это уже был пересчет? Ну, тут уже все. Тут, к сожалению, слишком много еще открывать. Конечно. Для улетания. Я могу эти все проекты сделать, но... Было весело. Я точно не улечу. Я не понимаю, зачем вот ты со мной при этом? И в первую очередь мне все изгадил. Тебе этот Шенгети так нужен был? Блин, ну посмотри, с Атини сколько всего. Смотри, я Атини кидаю в войну, автоматически в войну поступаешь ты. И как ты не будешь кидать мне ядерки? Ну, в войне, если я, ну, то есть с ядрами сижу слева тебя. Ну, то есть, как ты уверен, что я в тебя не буду кидать? Ну, очевидно, видишь? Потому что у тебя главный конкурент Атини. Я уверен был. Но ты, получается, вместо того, чтобы ему сделать хуже, делаешь хуже мне. Поубивал мне города, то есть ты взял и... Нет, я Атини тоже поубивал города. Ни одного ты мне не убил города. То есть, если ты имеешь в виду кинул ядерки, попал, это одно. Ты мне позахватывал мои лучшие города и их убил просто, уничтожил. Атини, ну, слушай, Атини под венецианкой, и у него, типа, все заставлено тут, типа, корабликами еще. Ну, то есть, я не все прям могу сделать с Атини. Атини очень сложно расположен по отношению ко мне. Я знаю, что он сложно расположен по отношению к тебе. Ну, тоже не хочется воевать только с Атини, а потом ты ко мне придешь и просто тоже все позабираешь. Ну. Так что я решил, что надо воевать на два фронта.
Мысли такие были. Ну, я не знаю, тут мне уже бессмысленно, честно говоря, что-либо делать, потому что все убито. Не союзиться с Атинью я тоже считаю плохо, просто тупо потому, что это просто выгоднее. Тупо вот эти все караваны, они выгоднее. Гал свое место... То есть у меня и Финикия, и Гал очень сильны на раннем этапе, тогда же, когда я не могу ни на Гала напасть, например, его захватывать, ни на Атинью, даже с его там беремами и прочим. То есть это все готово. У меня было два варианта. Либо на француза пытаться забирать. Ну, на самом деле, я немножко недооценил джонки. Мне что-то казалось, они послабее. Как они начали отвлечь города, мне надо было просто именно джонками просто вот в начале... Ну, не в начале, когда они появились, вот именно на них, кстати, сделать упор, там корпуса джонок. Ну, тем более, у меня там были флотоводцы на корпус и армаду. И я вполне тут... Не, вот эти города я, наверное, мог джонками реально забрать, а тут уже, покупая за веру юниты, мог дальше пытаться это как-то захватывать. Вот. Ну, опять повезло моим соседям, что у них более слабые соседи были. Немец вообще практически очень слабо играл. Ну, тут меня просто уже уничтожает. Не знаю, давайте я в него покидаю тоже что-нибудь. А тут некуда. Блин, о, а ну-ка. Сколько роботов? Признавайся, брат. Я никак не смог усилиться, в отличие от Финики и Гала, которые тут усилились, забрав... Особенно, лучше, мне кажется, Гал, кстати, в лучшей ситуации был, хоть он и не рассказывал, что у инка плохие города, но они реально хорошие. Кухарки. С шестью прокачками эсминец погибнет. Прессов. Ты меня робота убил, брат. Я видел. Сейчас у тебя победить Атини. Мне кажется, можно было... Да какая разница? Да это бред. Вы вот садитесь играть, вы заранее проигрываете. Какая разница, с кем воевать? Вы просто... Знаю, я просто поэтому, когда я знаю, что там рядом сильный игрок, я его всегда иду пороть чем-то. Ну, отлично. Но я думал, вот в начале, когда были эти джонки и беремы, но дело в том, что мы и сразу были открытые границы, все, мы друг друга видели силу и возможности, какие по армии были. А, ну, конечно, у вас же еще плюс 5 к военному союзу, то есть у вас же еще юниты, ну, то есть ядерки, ну, больше еще да, пройдут. Да, да. А, ну, конечно. Если бы Атинью был на любой другой цивилизации, я бы с ним воевал. Но дело в том, что и если бы не Гал у меня был в соседях, я бы тоже с ним воевал. И Галу намного лучше проход и все вот это вот, чем... Не, у нас, да, надо было просто проложить, надо на первых... ходах было с тобой заключить дружбу, проложить дорогу и вправду мне идти на тебя. Так ты вообще-то и заключал со мной дружбу и прокладывал дорогу. Я, глядя на твой первый караван, я думаю, ну будет нападать на латниках. Я к этому готовился. Я за Гал играю первый раз, к сожалению. Я не знал, что там настолько темповые латники. И в рандом техах я думал, что я просто в них не успею выйти темпово. Но оказывается, там просто теха бесплатно дается. И когда она далась, я уже, ну, у меня не было прибилда. И я понял, что, ну, типа, я просто, ну, прозевал свой выход. А вообще, если так взять, успевает голда накапать, чтобы хардом апнуть мечников? Да, а ты, да. Не, а ты знаешь, там даже они строятся нормально. Я помню, я играл, то есть выходишь в латников, с твоим айпидом они три хода строятся даже. Плюс ты можешь потратить одного-двух строителей на то, чтобы подрубить эти ресурсы. Ну, я еще раз говорю, мне все-таки кажется, что... Штука. Я бы, играя на месте Гала, я бы не нападал на морскую цивилизацию, потому что тут именно что ты забираешь вот эти мои города на суше, а потом дальше у тебя упорка до конца игры. У меня, понимаешь, вниз не пройти горы, ну то есть там леса и холмы, направо у меня инк в горах, а сверху через опять же горы и эти... холмы у меня типа немец, который не развивается.
Ну, то есть, вот я когда разведал, я понял, что, ну, Гал тут не получится воинственный. Это еще грустно, что вот такие люди, которые, типа, ну... И, понимаешь, у меня какой был план? Съесть правую часть, и я очень бы восстановился по золоту и всему остальному. А я захватил, а у меня инкам 400 голды вход. Ну, что это? И 15 караванок мало доступных. Это очень мало. Я съел полконтинента, я огромную часть. У меня городов 30 было. Ну, если так взять туда. Ну, то есть, я смотрю, а человек только в одном городе отстроил ЦКшку. И без банка, тем более. И я такой, вау. И как, типа, ну, дальше экспансию проводить? Говорят, в таких случаях кайфы кайфули. Но зато театралок миллион настроил. Кто там много театралов настроил? Да Инк, я не знаю, почему он так сыграл. Кстати, Инк, если бы не строил просто так военку, он бы мог, ну то есть тут так существенное влияние оказать на эту игру. Но Инк просто 600 военки построил и стоял около моих границ, как всегда. Как я он не любит. Знаю, у него какой-то фетиш на это. Он когда против меня играл, он, наверное, хода с 40-го просто поставил у меня под границами армию. Типа, и стоит. Я думаю, ну блин, ладно, встал тоже в свою армию. Он такой, вот что ты сюда армию поставил. А этот... В итоге раз 5 спросил на фразу, типа, потому что твоя тут стоит, он потом меня берет, войну объявляет. Ну ты же на меня все равно потом напал бы. Очень забавно. Чего? Ребят, хотел еще последнее уточнить. Реактивный истребитель, он защищает от ядерных ударов? Либо это так не работает? Одна клетка вокруг себя. Это... То есть он как... Да, он защищает от ударов самолета. Но не через, допустим, подводную лодку, если ты запустишь. Точнее, там даже так правильнее сказать, он защищает... То есть он, типа, бьет по самолету, а не, типа, по ракете. Ну да. Типа, ты ставишь ЗРКшку и истребитель, все, ГГВП луна, этот не пройдет. А все равно пролетают. Ладно, ребят, спасибо за игру, получается. Спасибо за игру. Всем вам спокойной... Нет. Хорошего дня уже, видимо. Да, я говорю. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!